Какая проблема для всех, кто садится на диету или следит за своим весом? Хочется это, конечно, сладкого. Непреодолимая тяга к сладкому. Как же все-таки, что делать, если как раз вам мешает похудеть эта непреодолимая тяга к сладкому, расскажем в нашем совете дня. Тяга к сладкому возникает при нарушении углеводного обмена. Глюкоза не может в полном объеме войти в клетку быстро и стать источником энергии. А организм глюкозу использует как основной источник энергии. Организм говорит: «Дай мне глюкозу». И это «дай мне глюкозу» проявляется в желании есть сладкое, есть шоколад, есть молочные продукты, потому что молочные продукты содержат большое количество лактозы, а лактоза – это молочный сахар. Да, или желание есть часто, желание есть много. Это и есть вот это проявление нарушения углеводного обмена. Да, то есть инсулинорезистентность – это не сахарный диабет, не надо путать эти состояния. Сахарный диабет – это уже следующая стадия инсулинорезистентности. И существует еще одна причина тяги к сладкому – это наличие дисбактериоза в кишечнике. Да, за счет того, что мы много употребляем антибиотиков для лечения различных заболеваний. Поэтому наша микрофлора постоянно нарушается. Происходит тяга к сладкому, то есть плохие микроорганизмы в кишечнике питаются глюкозой. Если человек поел что-то сладкое раз в месяц, это не тяга к сладкому, да, или там где-то на празднике что-то съел. Тяга к сладкому – это когда человеку каждый день нужно обязательно съесть что-то сладкое. И съесть это сладкое, может быть, даже несколько раз в день, да, просто человек не может по-другому жить. Это и есть вот эта вот тяга к сладкому.